Приветствую вас. Сразу хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы задаете свой вопрос в раздел психологии, подраздел любовные отношения. Что как бы, ну, как бы намекает, да, на то, что вы, значит, хотите консультацию, да, именно психолога. Вот. И вся проблема в том, что вы не задаете свой вопрос, именно исходя из психологических каких-то аспектов. Вот. То есть у вас есть фотография, немного непонятно, зачем она нужна. Вот. Понимаете? Так что здесь нужно уточнить в первую очередь эту сторону. Дальше. Ну, честно говоря, довольно сложно представить себе, почему девушка подумала, что вы ей изменяете. Ну, то есть, вот, с чего бы ей пришла в голову такая идея. И тем более, почему она из-за этого ушла от вас. Вы пишете, у меня такая проблема, моя девочка, на данный момент бывшая, думала, что я изменил, но такого не было, и она ушла к другому. А я вам могу сказать сразу, что девушка, которая ушла к другому, да, даже если она, ну, даже если она думала, что вы, изменили и так далее, вас, скорее всего, не любила, потому что не может любящий человек уйти сразу к другому, да, то есть нужно все-таки, чтобы прошло время какое-то, вот. И получается, что девушка, возможно, искала повод для того, чтобы, собственно говоря, от вас уйти, возможно, она искала причину, так как хотела уйти у вас давно, от вас давно хотела уйти, либо у нее есть какие-то особенности характера, вот, которые делают возможным ее такое поведение. Вот. То есть здесь нужно смотреть, здесь нужно исследовать, здесь нужно изучать, вот, и уже смотреть, либо вы сами что-то сделали, что девушку отвратил от вас. Ну вот, либо вы ничего не делали, а девочка просто параноик и неуверенная в себе. Вот. Отдельный вопрос заключается в том, в чем конкретно эта проблема для вас. Идея в том, что если вы готовы принять
девушку после того, как она ушла к другому, да, и если вы готовы принять ее в случае, если она, скажем так, ну, сознается в том, что ошиблась, что поступила плохо, вот. Это может свидетельствовать о том, что вы либо чересчур в ней заинтересованы, чересчур в ней нуждаетесь, либо у вас есть страхи, например, страх остаться одному или что-то в этом роде. И то, и другое, в общем-то, не добавляют отношениям какой-то, ну, какого-то здоровья, да, какой-то зрелости, к сожалению, вот, и, соответственно, в будущем у вас могут возникнуть ссоры и споры на эту тему, потому что тема достаточно серьезная, если вы ее не разберете, да, и не проработаете сами, вот, поэтому здесь вот история такая, вот. Дальше, значит, вы пишете, как быть, да, как быть, чтобы что, понимаете, то есть, что вы хотите, вернуть девушку, если да, то зачем вы хотите девушку вернуть? То есть, ну, для чего вам ее возвращать? Это очень важный момент на самом деле. Вот. То есть, если вы для себя ответите на вопрос, зачем вам возвращать девушку, вот, то вы сможете ответить и на вопрос о том, что вам делать, по сути. Вот. И если вы ответите себе на этот вопрос, да, на вопрос о том, что вам делать, то вам будет понятно, как быть. Если вы хотите вернуть девушку, потому что вы уверены, что она будет счастливее с вами, то просто показывайте ей, что она потеряла. Вот. И она либо решит вернуться к вам, либо нет, например. А если история немножко другая, если история такая, что, допустим, она не будет с вами счастливее, а вы в ней нуждаетесь, то здесь, конечно, нужно немножко по-другому себя вести. Здесь нужно посмотреть на то, в чем нуждаетесь, вот, конкретно, лично вы, и этот момент разрешить, да, чтобы вы не нуждались, так сильно, может быть, да, и так далее, вот. История, она вот здесь, именно здесь, она вот такая история. Вот. А если девушка подумала, что вы ей изменяете, да, то, ну, наверное, она подумала, это все-таки не случайно, да, то есть у нее, наверное, были какие-то на это основания. Вот. И совсем было бы здорово, да, если бы вы проанализировали свое поведение, да, то есть вот проанализировали, ну что могло ее навести на мысль о том, что я ей могу изменить, вот. С чего она так подумала, почему она так решила, и что-то в своем поведении, возможно, вам следует поменять. И только продемонстрировав девушке эти изменения, вы можете рассчитывать на то, что она к вам
вернется, только продемонстрировав девушке изменения собственные, да, изменения в вам, в вас самом, вы можете рассчитывать на то, что она вернется к вам, но это не гарантировано. То есть вот нужно понимать, да, что гарантии вам никто не дает. Нельзя дать гарантию. Нельзя дать гарантию на то, что касается ну, другого человека. Вот. Понимаете? Поэтому вот этот момент, я надеюсь, вы очень хорошо для себя поймете. Вот. Потому что у человека есть своя воля, у человека есть свой критерий принятия решения, у человека есть право такие решения принимать, вот. И, соответственно, ее решение, каким бы оно ни было, да, нужно уважать. Вот каким бы это решение ни было. Если вы девушку любите, то вы, я надеюсь, будете это делать. То есть будете уважать ее решение. Без этого у вас ничего не получится. Сейчас вы можете общаться с ней, предложить ей быть друзьями, вот, и, соответственно, в дружеском таком вот непринужденном общении вы ей можете показать, чего она лишилась, вот, и можете продемонстрировать ей ее неправоту. Если она ушла действительно из-за этого, она вернется. Но если она захочет вернуться вам в избежание конфликтов в будущем, желательно все-таки либо принять собственное решение какое-то по данному вопросу, по вопросу возможных в будущем каких-то мыслей, либо обратиться к психологу и поработать уже с психологом вдвоем над этой проблемой, над проблемой ревности, над проблемой недоверия, над проблемой самодостаточности, может быть, ну и так далее. Вот. Все эти аспекты нужно исследовать. И тогда у вас все будет хорошо. Так что, ну, тут как и любые отношения, да, над ними стоит работать, над ними нужно работать. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Буду рад помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.